Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся в том самом кургане, который рабочие копали уже на протяжении, наверное, месяца. В итоге раскопали, но тут полно драугров, поэтому дальше они продвинуться внутрь не могут. Но для нас-то это когда было проблемой. Мы этих драугров уже убили столько, что хватит и на Skyrim, и на Solstheim. То есть полностью покрыть поверхность. Ну что, давайте приступать к очередной зачистке. До свидания. У меня, кстати, нету аптечек практически, поэтому надо быть крайне осторожным. Кровище кругом. А вот и шахтеры, бедолаги. Так, вон там серьезный паря. По бокам еще поддержка. Тихо. Доша, ну что ж ты делаешь? Кулаваса, я понимаю, но... Это же военачальник, все-таки нас сейчас размотают. Тихо. Опять душу убили, как так происходит? Так, грузимся, ну его нафиг. Это не вариант. Я без души никуда не пойду. Он лезет под горячую руку. Хорошо. Скотина. Что ж с вами происходит-то? Вы все злее и злее становитесь. Так, Дормидонт. Жди здесь. Да, я понимаю. Мечку. Ну и приступим. Блин, там еще один ходит. Обычный, конечно, но может меня засечь. Мне этого не нужно сейчас. Да, ты посмотри, как это произошло. Так, нужно, я думаю, для начала швырнуть их маленько. Ох ты, елки-палки. Доша хорошо помогает. Ну, ребятки. Дормидонт не бросил меня. Уважаю. Мы прекрасная команда. Следуй за мной. Ва. Что ж ты под руку постоянно попадаешься мне? Бедные шахтеры. Так, я понимаю, конечно, что нужно вернуться назад, но я не хочу, если он сейчас скажет, подожди еще немножко, это будет сильно печально. Да, здесь определенно нужно копать. Сапоги хождения по воде Азидала. Ух ты. То есть это то, что я думаю. Дает возможность хождения по воде. Плюс 10 к зачарованию, если надета любая из четырех. Прикольно. Вот этого мне, конечно, не хватало. Потому что ноги мочить, как вы знаете, не люблю. Ну что, в принципе, это все, что ли? Или туда еще дальше копать будете? Хорошо, пойдем. Посмотрим на свою обновку на ногах. Выглядит, конечно, как мусор по сравнению с моей броней. Но возможность интересная. Открывай. Блин, чуть душу не убили. Кошмар. Сейчас я, наверное, выйду, там дракон опять такой. В предыдущей серии, если вы помните, мы в первый раз покатались. Слазь на драконах.
Ну, то есть мы на них до этого катались, но по сюжету. А здесь именно просто сказали, ну-ка иди сюда. И оседлали его. Да, летает до сих пор болезный. Нужно его убить. Мне удалось разобраться с драуграми и найти путь в обход тупика. I have to go recruit some more miners. It won't be easy, seeing as none of their friends came back from the first attempt. We'll have to sweeten the pot a bit this time. I think I'll need, say, 2,000 septums to hire replacements. Ну, держи. I never get tired of that sound. It'll take me a few days to dig up some more laborers, but swing back. Не отвлекайся. Это дракон. Не такой страшный. This should be interesting. Так, ты приземляйся, а там поговорим. Да. Я хочу. Я хочу твоей смерти. Где-то там, да? Окей. Тихо, неприятно. Так. Доша, мне нужна твоя помощь. У меня нет выносливости. Я сейчас как ходячее мясо. Смотри, опять улетел. Приземляйся ты уже, ну. Отлично, ты тут. Спокойно. Иди обратно. Доша был поблизости, конечно, было бы приятнее, но ладно. Так, запас сил. Сейчас мы тебя будем стучать. Главное, чтобы ты не стучал при этом нам. О, да, ты будешь стучать нам, я понял. Хорошо, отсидимся. Ребята, помогайте. Мне нехорошо. Надо будет после этого купить себе все-таки. Подожди, это те, кто я думаю? Жим. Это просто охотники. Ладно, так. Покупаем, говорю. Берем соловьиный лук. И начинаем садить издалека. Жиль ибонитовый, нормально. Смотри, что творит. Он больной? Все, долетался болезный. Вовремя ты. Нэтч? The giant air floaters from the Dark Elf lands. Only the brave dare to hunt them. Only the strong survive them. Come, test yourself against the beast with us. We all will share in the glory of the hunt. Звучит весело. Присоединюсь к охоте. Well met, friend. May we all fight or die well. Скорее умрете. Вампир? Да что ж за день ты сегодня такой? Где вампир? Я? Дракон, кстати говоря, что-то... А вот. Это тот самый Нэтч. Доша, давай помогай. Плевать, что дракон лишь разлагается. У нас бой.
Фу, хорошо. Стрелы. Ну и давай у тебя посмотрим. Одного он скрумкал. Это все, охота завершена, интересно, нет? О, мед, прикольно. Одежда такая. Надо взять, побродить маленько в ней. Она, конечно, беспонтовая, но выглядит прикольно. О, желеночь. Вкуснятина, наверное. Давайте попробуем. Кожу тоже пожуем. Ох, какая пакость. Я умер просто. Или нет? Что-то меня накрыло жестоко. Кожу нечо, короче, не жевать. И желе нечо не глотать особо. Так, это тоже. Ну, это было смешно. Свалился просто как столб. Так, ну что, ты доволен, нет? Was not the only one to fall this day. May the Allmaker welcome our brethren with open arms. Хорошо, я все понимаю, но... Так... Что за потерянные знания? Какого черта? Эти квесты просто лезут и лезут. Я все думаю, что сейчас все закончится, но постоянно что-то новое вылезает. Такого же у меня не было. Ну... Это как бы нашим легче, нашим лучше. Так, что еще тут? В принципе, все. Охота наша завершилась. Давайте наденем эту прикольную, но по сути бесполезную одежду. Посмотрим на себя. О, вполне себе такой северянин. Я чисто из-за внешнего вида в этой броне похожу. Хорошо, пойдем к Нелоту. Блин, мои стрелы дорогущие. Круто. Так, ну что, быстрым перемещением мы тут это место уже исходили вдоль поперек. Потом пару-тройку деньков подождем и вернемся на эти раскопки. Может, что произойдет. Я так понимаю, что... Подожди. Блин, это не то. Я так понимаю, что там еще серьезно придется подождать, прежде чем... Что-то новое нам дадут. Я-то уж думал. Скорим такая игра, помните, как у нас все начиналось? Там, допустим, дорога от Вайтрана до Ривервуда. Такой, окей, поскакали. Через 15 серий такие, блин, когда же мы уже выскочим-то отсюда? По дороге нашли там 3 пещеры, пару замков, что-нибудь еще, какие-нибудь квесты выполнили и тому подобное. Так, ладно, мне вот. Я, честно говоря, не припомню, где мы нашли это... Потерянное знание. Странно. Хорошо. Ну что? Curse these heart stones. А, видимо, мы собрали достаточное количество черных книг. Ну... Ладно, у меня есть черная книга. Excellent. I'll just make a copy for myself. It's far too dangerous to carry the real book around. Of course you can handle yourself. Of course you can. Of course. Now take this for your efforts, and we'll call the matter closed. 1000. Так, у тебя какие-то проблемы? I've been having difficulties with my heart stone experiments. Have you heard of the Briar Hearts? А что с ними? They are fierce warriors of the Forsworn tribes. They actually remove their own hearts and replace them with large briar seeds. It puts their life sparks in direct connection to the natural forces. I need you to examine one of them. Just investigate as much as you can. I'm going to put this memory trace spell on you, so you won't have to worry about taking notes. I doubt you could know what was important. Ой, да что вы говорите?
Вскрытие верескового сердца. Отлично. Как верисковые сердца связаны с камнями-сердечниками? Well, I'm hoping to do something similar. If I could connect a living being to the forces of the Red Mountain, well, that would be formidable. I've done some experiments in this area, but, well, my test subjects are far too fragile. I'm hoping to learn some of the Briarheart techniques, their methods. I would venture out myself, but long voyages are dangerous, and risks are precisely what people like you are for. Ну, хорошо. Где мне найти воина с вересковым сердцем? The Forsworn live in the hills on the western edge of Skyrim. From there you're on your own. I'm given to understand that they are not difficult to find. То есть, мы сейчас идем обратно на Скайрим? Хорошо. Как Дровос, кстати говоря, нормально справляется? The man makes a dreadful cup of Canis tea. Ну, какой уж был, извини. However, he seems to run the place well enough. Oh, were you fishing for a compliment, a sign of gratitude? Don't waste your time. Those things are for the weak and foolish. Так, ну-ка, давай-ка мы... Mostly staffs. They're my specialty. Пустые камни душ не сильно нам нужны. Теперь это мы тебе ни за что не отдадим. Ну, держи парочку, и у тебя деньги кончились. Вот, собственно, и поторговали, как говорится. Так, теперь, кстати говоря, зачем ты это делаешь, проклятие? Теперь мы сделаем следующее. Мы используем наш талант и призовем черный рынок. So we meet again. You have many things I wish to buy. Ну, давай посмотрим. I can hardly wait. У тебя там так себе ерунда всякая в основном. Красивый, конечно, но тяжелый. Так, это я ставлю у себя. Ну, в принципе, по этим-то мне продавать особо нечего. Вот этот можно продать. Хотя вещь, конечно, крутая. Но ладно, я не пользуюсь таким. По одежде амулет Мара оставим. Вдруг поженимся еще. Шляпу-то продадим нафиг. Щитом мы не пользуемся. На, держи. Это тоже забирай. Так, и что-то... Да вот, держи. Это... И что-нибудь по мелочи еще. Вот это вот скажем. Все, хорошо. Голый поп-коп. Кошмар. Хорошо. Вот это все-таки получше, наверное, штука. Это холоду, конечно. Не знаю. Все, пойдем отсюда. Нам нужно возвращаться в Скайрим. Кто бы мог подумать. Сначала мы посмотрим, как мы теперь ходим по воде. То, наконец-то сночерело. Так, тут пока все. Я так понимаю, по этому квесту, да, нам указывают сюда, на Скайрим. А здесь у нас где-то указатель, да? Все хорошо. Давайте двигаться к Рейвенроку. И там уже найдем этих изгоев. Отлично. Давненько мы там не были. Я уже даже маленько соскучился. Так, чисто для разнообразия. Конечно, не говорю о том, что мы там уже на протяжении 2 лет в этом Скайриме находимся.
поэтому он изучен вдоль и поперек. Но потихоньку вернуться, посмотреть на этих изгоев будет приятно. Я их ненавижу, конечно, они как-то слишком уж дикари, слишком уж какие-то жестяные ребята. Сколько мы их поубивали в свое время. И вересковое сердце получали тоже, кстати говоря. Может, просто из сундука Вайтрани взять? Ну ладно, вырежем из чьей-нибудь груди. Так, Запад Скайрима. Ну что ж, пойдем. Talk to Captain Gallen. If you're looking for passage, talk to Captain Gallen. А где он? Доша, не бойся, в Скайриме тоже неплохо. Да? Я хочу отправиться обратно в Скайрим. Do you have enough coin for the journey? Держи. Load up, and we'll get underway. Да, Скайрим, конечно, грузится не в пример дольше. Насколько Скайрим, вот именно вот эта локация игровая, больше, чем Солстейн, интересно. По-моему, где-то раз в 6. И при этом он настолько же плотно напичкан всякими пещерами, храмами, криптами и тому подобным. Офигеть. Кстати говоря, по сети циркулируют слухи, что на E3 будет анонсирована новая часть The Elder Scrolls уже для Next Gen. И это, на мой взгляд, крайне круто. Потому что, по сути, времени уже прошло достаточно. Не так много, конечно, как между Скайримом и Обливионом, скажем. Или между Обливионом и Моррувиндом. Но все равно довольно долго уже. Так, вот и Скайрим, морозные места. И нам сейчас нужно... Так, нам нужно... Я подумал, зачем оно на восток? Нам на запад нужно. Ох, какой же ты огромный. Ну, указателя как такового нет. Холмы на западе Скайрима. Где-то здесь. Ну, давайте переместимся, наверное, куда-то, скажем, вот сюда, вот, к забытой долине. И отсюда пешочком пойдем уже в нужное. Или вот лучше сюда. Подожди, меня тут не было? Да не может быть такого. Меня здесь где-то не было, это странно, конечно. Так, ну хорошо, будем искать. Тут их, по-моему, полно кругом. Там и на холмах, и в пещерах. Плотно они засели. Где-то по дороге к Маркарту. Блин, это музыка. Короче говоря, как видите, несмотря на то, что я уже опять успел распрощаться, но вылезло еще столько заданий, что пока что остаемся тут. Пока интересно, зачем уходить. Конечно, Обливион мы уже все соскучились, но подождет чуть-чуть, никуда не убежит. Кстати, народ там спрашивал насчет Fallout. Обязательно будет, всему свое время. Так, кстати говоря, вот здесь где-то изгои. Доша. Тихо. Тихо, это кто такие? Пора покончить. Эу. Ничего себе встреча. Нормально. Это за то, что я вампир? Ну ладно. Только Дошу не смейте трогать. Я же вас убью к чертовой матери. Доша, прости, так нужно было. Иди сюда. И таких убивали. Ломай, ломай, к чертовой матери. Доша, бей его со спины. Скотина. Так, ну чё, беги, ты попал.
Не бежишь? Окей. Фу. Стража рассвета. Ненавижу. Боевой топор. Борцы с вампирами, понимаешь? Блин, это прикольно было сюда вернуться, и сразу они напали. На самом деле, мне это очень понравилось. Потому что прям ностальгия хлынула с этого даунгарда. Так, хорошо. Теперь изгои. Где-то здесь, кстати, они, по-моему, были. Ну, в помещение мы входить не будем, потому что здесь, по-моему, кроме механических этих роботов, никого и нет. Ну, ладно. Так, нам нужно двигаться. Давайте поставим waypoint. Хотя, давайте вот к переправе сходим, посмотрим, что у нас тут. Одержимый. А ты-то кто такой? Я уж и не помню таких. Ты жалкая блоха. Кто это был? Была, вернее. Ничего не помню, как так можно? Одержимый кругом. Так, еще есть желающие? Могу нарезать мелкими дольками. Да, там дальше уже идут две мерзкие руины. Нам того не нужно. Хорошо, пойдем к этой черной переправе, или как она там называется. Переправа глубинного народа, и посмотрим, что это такое, потому что я, честно говоря, удивлен, что я тут не был. Вообще, конечно, западную сторону я исследовал гораздо менее подробно, чем, скажем, восточную. Как-то времени меньше было на это все. Где там мой лук любимый? Давайте его зарядим, кстати говоря. С помощью великого придется. Разряд, конечно, дает очень быстро, но ладно. Зато бьет мощно. Я его, кстати, по-моему, сам зачаровывал. Хотя особо не люблю это дело. Так, вы хотите сказать, я здесь не был, что ли? По-моему, место до боли знакомое. Ну ладно, давайте сходим. Ознакомимся. Так, теперь можно убрать маркер игрока, чтобы... чтобы не путало нас. Осмотреться. Ну, ничего хорошего я тут не вижу. Единственная эта дорога, она ведет... Ну, блин, куда же она ведет? Сейчас узнаем. Короче, есть ощущение, что мы сейчас залипнем в Скайриме. Не хуже, чем на Солстейме. Потому что постоянно что-то новое вылезает. Так. Давайте вверх по речке пойдем. Там у нас... забытая долина. Я не помню просто, что за забытая долина. А, подожди, мы же отсюда, по-моему, выходили.
Сюда мы точно не попадем. Так, хорошо, ищем изгоев. Ой, блин, как я соскучился уже по Скайриму с его остуженной погодой. Это метель, это вьюга. Круто. Но давайте ее разгоним. Ну и нафиг. Ничего не видно. Все, более-менее чисто. Корень Нирна. Прикольно. По воде бегаю. Дождь, ты за мной? Ну-ка, попробуй. Погружаешься? А я вот нет. Круто. Так, нам куда-то в эту сторону. Где-то вот тут холмики. Как раз вот тут, по-моему, лагерь Картспайр. Я замечал больше всего изгоев. Но по дороге, я думаю, еще найдем. Блин, как же здесь красиво эти северные сияния. Это луна огромная. После Dead Space я на луну смотреть спокойно не могу. Так, хорошо, холмов тут полно. Где-то здесь полно и изгоев. Вон там барашка, я вижу. Тихо. Успел куснуть, смотри. Ну, ладно, зато был храбрый. Давайте на зубок попробуем его глаз. Восстановление запас сил. Видимо, вкусный был. Там это чего у нас такое? Блин, опять начинается. Я тут чего-то не нашел. Как видите, прямо по курсу у нас дракон. То есть драконий насест. Там, скорее всего, еще одно слово силы. Или, по крайней мере, что-то крутое. Ну, мы типа ищем изгоев. Но на самом деле, вы знаете, что я просто опять залип в Скайриме. Произошло то, чего я боялся. Так что... Чего ты хочешь? Эй, вот ты где, пьянь проклятая. Я все сделал, так что плати. Чего? Кто ты? Мы же кутили вместе с Сэмом Гиведом, помнишь? Вломились в храм Дебелы. Как же надо было напиться, если ты ничего не помнишь, а? Вы с Сэмом меня отправили в этот бандитский лагерь. Так вот... Я туда сходил. А, я понял. И принес это когда я его дурацкую шапку. Жуткого будуна проснулся в Марканте. В Маркарте. 10 тысяч. 10 тысяч. Ты держи свои 10 тысяч. Спасибо. Вы с Сэмом слишком много пьете на мой вкус. Заберу-ка я лучше свое золото и прикуплю себе симпатичное болотце в Чернотопье. Как там кто-то поженился на овце, оторвали палец великану, покутили, короче, со страшной силой, помню. По крупицам вспоминали. Ну ладно, наверное, заслужил, раз пришлось через такие испытания пройти. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем совершенно не за тем делом, за которым сюда пришли. Чувствую, залипнем мы тут надолго, потому что изгои подождут, спереди у нас дракон и новое слово силы. Приятно вернуться в Скайрим, надеюсь, вам тоже. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.